В Магадане устанавливают новые контейнеры для мусора. Делают это в рамках государственной программы Колымы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории Магаданской области». На обновление площадок выделили 7,5 миллионов рублей. Для города приобрели 335 баков, из них 218 металлические, 117 пластиковые. Кроме того, региональный оператор и комбинат зеленого хозяйства совместно ремонтируют площадки и устанавливают контейнеры. Учреждение занимается этой работой уже второй год, с тех пор, как многие площадки стали муниципальными, и муниципалитет обязан их восстанавливать, ремонтировать и вообще за ними ухаживать. При плане на начало года 11 контейнерных площадок, учреждение он возрос до 35. 27 контейнерных площадок уже отремонтировано, реконструировано, где-то сделаны они буквально заново. Осталось небольшое количество, и несмотря на отрицательные температуры, сотрудники учреждения продолжают работу. Я думаю, план, поставленный перед нами, будет выполнен. По словам сотрудников регионального оператора, магаданцы часто выставляют ненужную мебель на контейнерные площадки. А это запрещено, потому что мусор крупногабаритный. Начинается завал баков и территорий возле них. Большие отходы должны храниться по-другому. Все эти отходы у нас должны складироваться в определенной емкости, так называемые бункера. Они расположены у нас в городе по 14 адресам. Этот список будет расширяться. Я думаю, что в следующем году мы будем приобретать еще дополнительные бункера, чтобы их стало больше, и крупногабаритные отходы можно было складировать туда. Также завалы происходят из-за того, что контейнерная площадка рассчитана на одно количество жильцов, а в доме намного больше людей. Кроме того, некоторые магаданцы выносят строительный мусор в те же баки. Специалисты просят не засорять территорию некоммунальными отходами, потому что в обязанности служб их вывоз не входит.